И здрасте, мой еще класс, это Макс. И сегодня я буду показывать вам манипуляции с напёрстками, шариками, обычными поролоновыми и волшебной вот такой вот палочкой. Да. Что мы делаем? Ну, это, конечно, не волшебная палочка, я понимаю, ваше удивление. Это фломастер, но он смахивает очень, и, в принципе, волшебная палка нам тут особо настоящая-то и не нужна. Вот. Здесь есть три напёрстка, будем называть их так, и три шарика, да, каждый. Накрываем, да. Мы возьмем отсюда шарик, положим его в эту руку, и вот положили в эту руку, оп, испарились. То есть палочка уж прошла вот так. Дальше. Что мы делаем? Балка сюда. Следующее у нас ведро. Грубо говоря, да. Что мы делаем? Мы возьмем, положим шарик сюда, оп, и испарился. И вот теперь я покажу вам, чтобы видно было, как у меня получилось вот это вот. Да, то есть один шарик положили сюда, и вот так у меня по волшебным палочкам мы пропустили. Оп, он испаряется. Да. И самое интересное, где у нас все эти шарики, я, понятное дело, они все раз, два и три. Они все здесь. То есть ведра у нас самые обычные, и шарики тоже у нас самые обычные. Вот у нас три ведра вот так складываются, и три шарика. Что мы дальше будем делать? Сейчас отложу волшебную. Мы просто вот сначала ставим ведра наши замечательные. Положим один шарик, накроем его, удар палкой, оп, он здесь. Дальше. Не люблю такой звук. Вот. Еще один шарик положим. Сейчас их не взял. Оп. А их здесь два уша. И, понятное дело, последний шарик у нас также будет оп-оп проходить. Вот. То есть ведра в дырах нету. Это я просто сразу скажу, что некоторые думают, что тут у них ведра какие-нибудь скрытые. Дырки ведра. Реквизит какой-нибудь, но у меня здесь все чисто. Дальше, что я сделал? Один шарик положу сюда, еще один шарик я положу сюда, вот выкатывается даже. Здесь вот он выкатывается. Вот. Положили и еще один оп, положили сюда. Дальше возьмем волшебную палку. Просто из одного ведра перекинем сюда, и из одного ведра перекинем сюда. Здесь у нас три, здесь у нас по одну по нулям. Вот. Дальше что мы сделаем? У нас есть три шарика и волшебная палка. Сейчас я ее отложу, потому что она мне мешает здесь. Просто отложу ведра. Да. Один шарик мы положим. Ай. Там, что ж такое вообще? Так не везет. Мажу сегодня. Один шарик положу сюда. Один шарик я положу сюда, и один шарик я положу вот сюда. Вот. Просто просим зрителя показать на любую игру. Ну, допустим, ну, тут, на невезучие. Мы возьмем шарик отсюда, кинем сюда на им показанное ведро. Здесь два, здесь ноль. Дальше мы возьмем еще два шарика. Один положим сюда, и один положим сюда. Возьмем волшебную палку. И также отсюда, допустим, кинем уже в это ведро. Оп, здесь два, здесь ноль. И, понятное дело, здесь у нас один шарик. И последний, наверное, фокус, да, волшебная палочка нам уже не понадобится. Мы просто одним ведром сейчас... Сейчас, блин. Вот так. Накрою наши шарики, да, и вот этими двумя ведрами просто поставлю. Вот, просим показать, уследить, точнее, за ведром, где три у нас этих шарика. Раз, два, три, четыре. А где у нас три шарика? Тут, да? И сейчас тут. Ну, мы возьмем теперь уже волшебную палку, отсюда кинем сюда, и отсюда уже кинем сюда. Здесь у нас раз, два, три. Три шарика, три обычных ведра и волшебная палочка. И обучение этому трюку ниже под видео. И извиняюсь за палево, сегодня мне реально не везет.
ставьте плюсы и извиняюсь еще раз за палево.